Начну выпуск с вопиющего случая в Шымкенте. Там на улицу выбросили 3 малышей. Детей самому младшему ребенку нет и года оставили у дома в одном из микрорайонов. Легко одетые, один даже босой. Они стояли на морозе, когда их обнаружили местные жители. Судьбой детей интересовалась Ирина Абрамова. Тем вечером неизвестная машина остановилась во дворе этого дома. Детей оставили на морозе и уехали. 3-летний Керемет с 2-летним братиком Мирасом стояли прямо здесь, в снегу. 8-месячную Каусар, живущие здесь люди, заметили не сразу. Малышка лежала в дорожной сумке, и ее приняли за вещи. Голодных и холодных детей нашли супруги Сариевы. Фарида до сих пор не может прийти в себя после неожиданного новогоднего подарка. Конечно, я в шоке была. Я переодела всех. Обувала, одевала, они кушали, до 2 мы сидели, они все кушали, ну, после Нового года же сок был это. Потом они ночевали у меня, покормила все, до утра, когда милиционеры пришли. Все дети были в летней одежде, мальчик и вовсе босиком. Ощущение, что родители совсем не беспокоила минусовая температура за окном. Мираса с младшей сестренкой сразу отправили на обследование в первую шымкентскую больницу. Уже неделю они живут в палате для сирот и таких же, как они, подкидышей. Пока брат спит, маленькая Каусар общается с медперсоналом. Мальчик Мирас 2 года, девочка Каусар приблизительно 8 месяцев. Они чувствуют себя хорошо. Отклонений в психическом и физическом развитии нет. Дети без патологии. Настроение хорошее, аппетит хороший. Старшая сестра малышей Керемет временно определена в Центр адаптации несовершеннолетних. Ей приблизительно 3 или 4 года. Девочка почти не вспоминает родителей. Папа, а ты? Нет. Мама, а ты? Мама. Иди, барангели, ма? Иди. По словам педагогов, малышка несколько отстает в развитии. Все потому, что ребенком никто не занимался. Мало работали, значит, родители, имеется в виду мама, отец. Мы же не знаем, что было на самом деле в семье. Из-за этого, наверное, отклонение у нее. С момента обнаружения детей прошла уже неделя. Однако, как ни странно, подкидыши никто не ищет. Если в течение 3 месяцев родственники малышей не объявятся, их распределят по детским домам. На родителей заведут уголовное дело. Ирина Абрамова, Бахадыр Тажибаев, Виталий Заинтинов, 7 канал, Шымкент.